Я не дойду, не Сейчас мы хотим, чтобы
Напомню про завтра. Россию мы зашли на рынок 22-го года. Это да, конечно, никаких вопросов нет, все это будет. А, используется. По
Thank you.
да, там какая-то. Ну, давай отсюда сюда ящик. Вернее, обратно. Да, будут на 2 напряжения. Пока на 2, а вообще запланировано на 3-4. Подожди. Да. Блять, как он вставлялся? А сколько джоулей? Вот этот аккумулятор примерно прикидывали в районе 5000 в рознице. Да ладно. Восьмерку, 5000. Самая неожиданная новинка Interscope. Шнур перфоратор. Серьезно, новая. Также вот эта часть снимается, можно поставить измельчитель, вылечить ножницы, шуруповерт, цабельное дело. Цабельное дело. Мини-мойка еще. Кстати, ставится, это не часть. Ценник не очень гуманный. Макпаки от Интерскоп. Ну такой, конечно. Геноскопирован он. Да. Мы договорились о совместном использовании платформы, то есть мы представлять будем им аккумуляторы, они будут делать сами машинки. Дотягивают. Ну это видишь, это у них как первые пробные. Вот интересно, как они между собой будут соединяться. Не, основание такое. Не, основание ничего. Возьми второй постав. На, Серёнь, снимай, пожалуйста. Второй надо поставить. Сейчас поставлю. Д2. Зал Д2. Ну что? Да. Получается, ну так что ли цепляется, ну да? Это не надо отстегивать. Рынок немножечко, а потом. Ну так. Мотив. Получается, у него две позиции. Вот так и вот так. Точно так же, как у Макита, как у Таноса, как у Фестива. Вот и пошел. А когда появится у вас? Да, по-моему, отдельно обещали, что отдельно как-то отдельно. Да, точно. Вот, отдельно буду. Так что вот так вот. Скоро будем пользоваться, а то ни у кого оснастки нет вообще, то есть это хранение системы. Не-не, вот здесь у них новинки.
Кнопочка вообще никакая. Я так не встречал. Надо включить. Два раза нажать быстро. Синий борщ, зеленый борщ, красный борщ. Да какая разница? На самом деле, я тебе скажу, завод я хорошая реплика. Да, давай говорить это. Правильно. Еще как не механизм, а мы так. В магазине идешь?